Так, дамы и господа, эхо, да? Переехали, значит, мы из А-хауса в пентхаус. Живем на 21 этаже. 21 этаж. Виды, конечно, из окошка. Ууу, мама мия. Эти холмы, эти тяги. Сейчас, у нас еще же приехали малыши. Сейчас мы к ним заглянем, к нашим малышам. К легендарнейшим малышам. Ровно через одну секунду. Тефтеме, малыши! О! Здорово, Санчо! Весь в прыщах, блин, а! Где этот рыжий? Здорово! Подстригся еще как-то по-чапалаховски. О, Жейка. Че тут делали? Что-то резали, да? Сломалось? Это Инна. А, это Инна. Сразу понял. Тихо, у него прическа просто чапалаховская какая-то. Тоже чапалаховская. Ну, меня просто отрастил. Ух ты! У них больше комфорта. Вот он, демон. Чемпион чемпионов. Это тоже не хуже. Так, чисто, перед гоночкой, индивидуальной гоночкой 15 километров. Чисто, слегка. Ух ты, запотело. Так, чисто, углеводики, чуть углеводиков. Что за тяги, а? Метель, дамы и господа. Это жопа. Что происходит с погодой, а? Ахамдулла. И снег, и ветер. Пошли. Предстартовый влог, предпристрелочный. Пару слов. Господа, всем здравствуйте. Сегодня 27.03.2023. Время 5:54. Мы на ОСБ Динамо. Не надо! Начинаем нашу длительную тренировку с дикими авантюристами. Павел Ермаков. Андрей Остапий. И Леонид Жималов. Ну и сестра моя, конечно же, после спины. Что ты закрыла-то? Я лыжи-то не взял. Все. Че, какие цели у нас сегодня? Выжить. Надо не уйти в аксу спать. Все, погнали. Начало у нас в 6:00. Слышь, снега-то вообще нема. Но это нереально будет. А где Остап? О, нифига не видно. Эй. Фонарь-то верни. Все, 6:00, мы на лыжах. Время 6:00. Пусть лед, вообще нереально. Дай фонарь, тефтеме. Слышь, тут реально асфальт. Ну все, давай. Я нифига не вижу. Это хард режим. По такому этому, это нереально. Слышь, нормально он светит. Let's go. Двадцать пятый километр, чувствую, что втянулся. Едем дальше. На 25-м километре втянулся. Запомните это число. Все отлично. Едем дальше. 2 часа позади. Дальше больше. Сотка впереди. Пацаны себя тоже хорошо чувствуют. Остап чуть-чуть приуныл. Голову понизил, но Павел Ермаков идет очень хорошо. Едем дальше. Поменяли лыжи. Неплохо. Все идет неплохо. Леня, кока-колы попей там. Меняем лыжи. Поехали уже. 57-ки, 60. Ну, поехали дальше. Ты
Какой? 60. Вот же он, соточник. Итак, провал бы был, но мы сделали это! Сатен! За 7-10!